Накануне Волжск отметил 83 года со дня основания. Праздничные мероприятия в городе пройдут в субботу. А сегодня день рождения отмечал Волжский завод «Палаир». Одному из крупнейших предприятий республики исполнилось 32 года. О преемственности поколений и главных ценностях завода наш следующий сюжет. Сегодня вместо производственной планерки торжественное собрание. Дата особенная – годовщина основания завода. Летом 91-го, 32 года назад, на Палаире началось серийное производство. Делают здесь пароконвектоматы, промышленные печи, холодильные, термоизоляционные шкафы, аппараты шоковой заморозки и не только. Работает на заводе более 1300 человек. Основной залог нашего успеха – это, конечно, наши люди. Это наши сотрудники. Кто вкладывает весь свой труд в наш замечательный продукт, который настолько востребован на рынке. Мы очень ориентированы на наш коллектив. Мы всегда поддерживали его в самые трудные, самые сложные времена, которые переживал завод. Для нас, наши сотрудники, это наше главное. День рождения компании – главный корпоративный праздник на Палаире. А еще это повод сказать людям спасибо за их труд и отметить лучших. Вручаются благодарственные письма, почетные грамоты, знаки отличия. Отпраздновать приглашены и сотрудники, и ветераны. Здесь ценят преемственность поколений. У меня не было специального образования. То есть в основном это все опыт. Опыт, который передавали старшие сотрудники, то есть когда я пришел, здесь работали ветераны, уже сейчас они ветераны, то есть они делились своим опытом. Ветераны, в свою очередь, рады тому, что предприятие растет, развивается, завоевывает новые рынки. И, конечно, рады успехам тех, кому они передали свой опыт и знания. Вспоминается то, что это всегда был сплоченный коллектив, дружный сплоченный коллектив. Вот даже сейчас, встретившись через несколько лет после того, как я ушла, я просто рада видеть тех людей, которые остались, которые работают, которые по-прежнему преданы заводу и дружны. Остается лишь добавить, что в Мариэл, по разным оценкам, производится около трети всего холодильного оборудования, выпускаемого в России. И группа компаний «Палаир» занимает в этом объеме очень достойное место. А это результат слаженной работы всего коллектива завода, потому что кадры решают все. Константин Микрюков, Иван Николаев, Вести, Мариэл, Волжск.